Всем-всем огромный привет! Как бы это грустно ни звучало, но наш отпуск подошел к концу. Сегодня мы уезжаем. Вся комната у меня как в разрухе. Собираю чемоданы. И пришло время для того, чтобы показать, какие пустые баночки у нас собрались, чтобы выкинуть пустые. Ну и то, что не закончилось, повезу домой. Девочки меня попросили в целом показать не только пустые баночки, но и то, что у меня не успело закончиться. Ну и сколько всего надо было бы нам на курорт на самом деле. Столько или не столько. Но давайте начнем. Просто этот ролик я хочу начать еще в Суко, где мы сейчас отдыхали. А закончу дома, потому что перед отъездом у меня тоже собрались пустые баночки. И я в конце ролика уже расскажу, как мы доехали. Может быть, еще там... А может, отдельный ролик сниму я с поездкой. Но вот пустые баночки я закончу еще и домашние. В любом случае, здесь интернет у нас закончился, уже все отключили, всю технику убрали, поэтому будем так. Шампунь я взяла сначала один, вот такой от Avon, два в одном. Он идет шампунь и ополаскиватель с витаминным комплексом, с разным грейпфрут и маракуйя аромат, 250 мл. Девочки сказали, что этого тебе будет мало, возьми еще один, потому что нас было трое. Те, кто не смотрел влоги с отпуска, мы 3 недели отдыхали, и нас было трое. Поэтому взяла я еще один шампунь. Он немножко не закончился, второй, но я о нем уже поговорю позднее. Мы его возьмем с собой. Там полбутылочки еще. Что по этому шампуню? Без маски с морской водой он не справлялся. Если я просто мыла им голову, не ходя на море, тогда он справлялся хорошо. Мои волосы нормальные, они немножко склонны к жирности, но здесь на море они склонны были к сухости. Поэтому маска была нужна обязательно. И вначале я взяла маску точно такую же, но опять же девочки меня отговорили и сказали взять что-то посильнее. Не сильно я сильную, конечно, взяла, но я решила взять увлажняющую маску для волос. Планета Спа, тоже Avon. Я не ошиблась, эта маска оказалась хорошим дополнением к шампуню. Он то, что не мог доделать, это доделывала эта маска. Было еще одно средство, я о нем поговорю позднее, которое было тоже мне в плюс. И тоже от Avon. Оно не закончилось, но я покажу полупустые баночки, я тоже сейчас покажу в конце. Сначала совсем пустые. Отличная маска, действительно увлажняет, справляется с проблемными волосами. Даже когда волосы спутанные были морской водой, плюс у меня они достаточно длинные, эта масочка мне помогала. Ну и еще сыворотка, о которой я поговорю позднее. Так, гели. Гели я взяла 2. Первый был вот такой. Мне он попался в New Beauty Box в коробочке. Пахнет, вы знаете, он такой морским чем-то пахнет. Написано минеральный как-то так. Да, с минералами Мертвого моря. Он и мужчинам, и женщинам подходит по аромату. Я немножко тут это... запаузила, потому что соседка там белье вешала, и так она заслушалась меня под окном, у меня стоит под открытым. Слушаем. Это у меня немножко сбилось. Отличный гель, аромат на любителя, потому что он, ну, знаете, не лютики-цветочки, а уже что-то такое морское, такое нейтральное. Но подошел зато и мне, и мужчинам, промывал хорошо, пенится отлично. Надо немного было, и вот 2 раза в день мы все трое мылись им, и очень понравился. И второй гель, который я брала, мне Жанулечка присылала. Жануля, огромное тебе за него спасибо. Это гель для душа Лимонагрос от Спивак. Вот этот гель, он на маслах. И когда кожа была первое время сильно загоревшая, даже местами сгоревшая, то вот этот гель нас просто выручал. Я думала, он будет только моим, но моим мужчинам так понравился аромат, что они мне очень даже активно помогали его тоже использовать. Он закончился первым. Давайте я близко вот так вот попробую показать, что здесь входит в состав. Ну вот соседи у нас, конечно, вот такие, к сожалению. Я не знаю, дадут ли они мне снимать. Вот такой вот
как никто в этот раз. Приехали настолько агрессивные, ругаются, дерутся там. Детей воспитывают. Классный он, аромат у него, вы знаете, вот пихты присутствует. Да, тут входит и пихта, такое что-то сосновое, приятное. И чувствуются масла. И когда моешься, после него даже можно кремом или лосьоном не пользоваться. Отличный. Крем для тела, который я использовала, я брала от Avon, парижский шик. Это парфюмерный, парфюмированный лосьон для тела. Он, конечно, для сухой кожи слабоват. После моря, после загара кожа подсушенная была, и мне его было недостаточно, к сожалению. Поэтому лучше... Мне девчонки говорили, что тебе вообще не понадобится крем для тела. Понадобился. И надо даже покрепче чего-нибудь. Пока мы были сгоревшие, мы пользовались средствами после загара. Они меня выручали. Я вам покажу тоже, какой крем мне очень понравился. Но он не на каждый день, он вот хорош был именно для сухой кожи после загара, ну, позднее. В общем, этот просто для лета, если не море, не жара и не пересушенная кожа, то это хорошее дополнение. А если кожа пересушенная, то, конечно, это слабовато дело. Мыло. Мыло я долго дома выбирала, какое взять с собой. Взяла аюрведическое куркума. Мне его присылала и Жануля, и Оленька Крюкова. Поэтому выбор пал на этот кусочек. У меня их оказалось два. Один остался в моей коллекции, а второй использовали полностью. Это мыло хорошо меня выручало. Ну, во-первых, естественно, мы все трое мыли руки. И, во-вторых, когда мне нужно было сделать маску, лицо я не скрабировала, а умывала вот этим мылом перед маской. Все смывало отлично. Лицо, можно сказать, до скрипа смывалось. И потом делала маску. И поэтому я даже не знаю, сушила это мыло или нет, потому что маски работали хорошо. Мыло закончилось полностью. Вот сейчас вот такой вот крошечный обмылочек, который мы выкинем и поедем. Следующее. Просто если мне сейчас не снимать и ждать, когда соседи угомонятся, я тогда вообще не сниму, девочки. Потерпите, если будут еще крики. Дальше. Зубная паста. У меня одна осталась большая еще на половине, а вот эта, которую я брала именно на поезд, я не смогла остановиться. И в поезде, когда мы ехали сюда, я ей пользовалась. И здесь я тоже ей пользовалась. Эта паста ко мне приехала от Оксаночки Потс. Ксюша, спасибо тебе огромное. Это такая классная паста. Она очень хорошо выбеливала зубы. Я не знаю, продается ли она в России. Оксана живет в Америке. Она присылала оттуда. Но эта паста стоила того. Она такая зеленоватого цвета. И в ней есть такие... Сейчас, нет, не покажу. В ней есть такие небольшие гранулы. Вот как, наверное, это и есть отбеливающий какой-то эффект. Класснючая паста. Надо было маленькую горошину. Я ей... пользовалась, наверное, ну, неделю точно еще здесь, плюс поезд. Ну, плюс мне еще и мои родственники, муж с сыном помогали. То есть паста отличная. Сейчас мы пользуемся от Сплат. Она послабее, но тоже хорошая. Она у нас пойдет еще в поезд. И закончим мы ее уже дома. Так, дальше. Гель для умывания мне присылала Оленька из Тюмени. Оля, спасибо тебе огромное. Вот эта малышка меня очень выручила. Здесь всего 30 мл, ровно. На 3 недели мне его хватило. Вот сегодня утром я им доумывалась. Тут прям на донышке оставалась капля, ровно на последнее утро. Хороший гель, не сушил. Единственное, как и все гели для умывания, его нужно дольше смывать. Но это каждый гель... Нужно терпеливо смывать с лица. Косметику я им не смывала, потому что у меня была водостойкая тушь. И поэтому этот гель, конечно же, бы ее не смыл. Дальше. Стараюсь побыстрее немножко. New Beauty Box. Недавно в коробочке приехал вот такой гель. Давайте я покажу его описание вот здесь. Надеюсь, оно все сфокусируется. Вы знаете, это отличный гель. Тут алоэ вера на 100% почти оно тут находится. После того, как кожа была сгоревшая первую неделю, мы самые вот ожоговые места
использовали ее, и нам очень-очень понравилось. Это классное средство. Прямо выручало, небольшой охлаждающий эффект давало и успокаивало зуд. Когда вот кожа начинает там зудеть от того, что ожог небольшой, пускай, но ожог. А когда я руки сожгла сильно, то мне Оксаночка Александрова, Ксюша, спасибо тебе огромное, давала пантенол уже аптечный, который спрей пенится. Вот. Тот, конечно, мне уже вылечил проблемные такие вещи, как ожоги. А вот этот вот, когда перегоревшие места были. Кстати, третью неделю мы загорали уже и днем спокойно под открытым солнцем. Уже было не страшно, когда уже тело загоревшее, то ему уже без разницы. И плюс в конце августа и температура стала 28 уже градусов, 27. А когда мы только приехали, было 37-38. Там мы спасались. Только до 11 утра загорали. И после 5 даже, не 4, а после 5. И все равно сгорали немножечко. Дальше. Крем для рук закончился от L'Occitane. Я его брала в дорогу, именно в поезд. Но он у меня закончился здесь, до поезда, до обратного пути. Он жирненький, приятненький и подходил и для рук, и для ног. Ну, на ноги мне было, конечно, жалко. Я использовала уже, когда руки были более сухие, я его тогда использовала. Поначалу я вам тоже потом покажу крем, который я брала для рук и для ног. Тот сначала справлялся, но когда подсушенные ноги и руки, то, конечно, нет. Ну, о нем позднее. Вот этот хороший. Даже можно было его использовать и на ножки, если бы были нормальный объем и нормальная цена. Так, этот крем мне присылала Оленька, Оля Фарафонова. Огромное тебе, Оль, спасибо. Она меня тогда побаловала несколькими продуктами от L'Occitane. И вот крем я брала с собой. Дальше. Маски. Давайте покажу несколько масок. Для глаз гелевые подушечки против отечности под глазами Женьшень. Это хорошие, кстати, подушечки. Они идут 4 штуки в упаковке, по 2 вот в таких вот пачечках. Вот так они выглядят. С утра, когда действительно с ночи небольшой отек был, они очень хорошо подходили. У меня было 8 пач, то есть на 4 раза, и мне хватило на 3 недели. Хорошо снимает отечность именно вот со сна, когда с утра. Мне помогало и понравилось. Покажу вот такую вот маску для шеи зоны декольте, омолаживающую, 35+. Мне прислали несколько девочек вот такие вот маски. Вот одну из них я взяла. Хочу спасибо девчатам сказать огромное. Мне и Оля присылала, и Юленька присылала. Классная маска. Ее тут хватает, кстати, на 3 раза. Вот одной пачки. Тут их 2. Одну я повезу домой, а вот нижняя закончилась. Понравилось чем? Во-первых, ее можно жирным слоем нанести, через там полчаса снять салфеткой лишнее, а остальное подождать, когда впитается. Может быть липкий небольшой слой. Но я использовала как крем. То есть я тонким слоем наносила, она впитывалась, и мне было комфортно. То есть вот опять же, после всех загаров сухая кожа, шея и зона декольте, она страдает, и поэтому вот такие вещи летом пренебрегать нельзя, особенно женщинам. Наша кожа очень капризная, и ее нельзя, ну, как-то пересушивать, потому что зона декольте, она нуждается в особом уходе. Дальше очень скандальная вещь, которая к моему отъезду очень болезненно была принята многими, это маски для лица. Прямо до войнушки дошло, нужны ли мне маски на море. Девочки, использовала я вот столько масок. Все они от Skin Light. Я брала освежающую, увлажняющую, успокаивающую и восстанавливающую цвет лица. Масками пользовалась с огромным удовольствием. Сегодня хотела еще одну использовать. У меня домой поедут всего, по-моему, 2 штуки. И то я сегодня просто некогда было. Поленилась, а так вот с удовольствием бы использовала. Маски — это для меня было вообще спасение, потому что лицо, оно страдает на солнце, плюс вместе с поездом получается почти 4 недели нас не было дома, и поэтому, ну, конечно, это было необходимо.
Какие-то маски покупала я сама, какие-то мне прислала Наташенька, Натали Кис, ее ник на Ютубе. Натуль, спасибо тебе большое. Я очень люблю маски от Skinlight, они делают свое дело, и после них никакой вообще крем не нужен. Когда снимаешь саму тканевую маску, достаточно оставить все на лице, не умываясь. И я этой маской, еще остатками, которые здесь были, протирала шею, руки, загорелые ноги, где надо. То есть вот сколько там есть средства внутри, я его использовала до конца. То есть все места декольте, то есть вот все, что можно было еще намазать, я намазывала, и тело мне опять же говорило спасибо. Так что, девчонки, не забывайте, что эти маски можно потом вот остатками еще и... Ну, те маски, которые не надо смывать потом. Кожа говорит спасибо. Это самый большой орган в нашем теле, и поэтому давайте кожу беречь. И это просто, мне кажется, бред, что маски на море не нужны. Мы все разные. Даже жирной коже на море нужна все равно определенная там маска. Может быть, питательные не нужны кому-то. Но вот такие, как освежающие, увлажняющие, восстанавливающие, ну, это все нужно. Это все классно. Хочу похвалить вот такие салфетки. Не люблю показывать салфетки, но в поезде для меня это было средство спасения. Это влажные салфетки для интимной гигиены. И здесь, на море, и в критические дни, и просто это было спасение. 30 салфеток, одна пачка у меня полностью использована. Есть еще одна такая, вторая. Я ее на обратный путь положила в сумочку. Это очень хорошее средство, и было просто выручалочка на курорте, в поезде. И также хочу похвалить еще одни детские влажные салфетки. Максимка попросила их похвалить. Оленька Крюкова присылала Максимке эти салфетки. Они так вкусно пахнут бананом. Вот эта серия Angry Birds, кто знает, у нас есть детские гели для туши, коллекция вот с этими птичками, когда крышка является головой птички. И у каждого геля, шампуня свой аромат. И вот как раз желтая птичка пахнет бананом. И вот эти влажные салфетки, они пахнут бананом, представляете, так классно. У Макса еще одна такая пачечка с красной птичкой. Он сейчас ими пользуется с огромным прямо удовольствием. Говорит, мама, похвали то, что они и сами салфетки хорошие, и плюс у них аромат приятный. Салфетки он использовал даже в насморк. Они хоть и влажные, но вот бывает проблема. Носик загорелый, например, и когда насморк, то платочком нос дергать больно сухим. А вот влажные салфетки, это оказалось спасение. Может быть, это ненужная такая подробность, но вот для мамочек, у которых детки, мне кажется, подробность неплохая. Так, все, что у меня полностью закончилось, я вам показала. И сейчас мы с вами пройдемся по полочкам. И я покажу. Я хочу в один ролик это все загрузить. Поэтому давайте мы с вами вот так потихоньку пройдем. И я быстренько покажу вот здесь, что у нас. Мое солнышко. Тут еще половина. Это классный крем для лица. Он действительно солнцезащитный, он действительно SPF 50. Когда я им пренебрегала, у меня лицо быстро сгорало. Если и пигментация появлялась. То есть вот у меня возрастное, наверное, неизбежно пигментация. Она у меня и до этого была только осветленная. А сейчас вот надо будет убирать. И вот это мое солнышко, оно меня очень-очень выручало. Останется на следующий год, потому что срок годности хороший. То есть на следующее лето. И полтюбика мы втроем использовали. Но это крем для лица, он необходимый, он нужный. Лицо ни разу не сгорело. Ни нос, ничего. Сколько бы мы ни лежали на солнце, этот крем выручал. Крем, который я везу домой. Тут остался. Ой, простите, я сейчас сяду на пол хотя бы. А то неудобно. Вот столько осталось. Я его использовала и для рук, и для ног. О нем я буду говорить в пустых баночках позднее, сейчас просто сколько мне понадобилось. Ну, где-то вот так сейчас. Но для ног лучше брать отдельный. Лично для моих ног оказалось, лучше брать все-таки крем для ног. Вот эти два средства. Это гелевые средства после загара, охлаждающие оба, после солнца. Оба осталось примерно вот так. То есть можно было взять всего один. Но это
вот индивидуально и у каждого свое, потому что есть девочки, которые использовали на семью три аж таких штуки. У меня, например, Максимке вообще не понадобилось ни одно средство после загара. Если бы он сгорел, то эти гели бы ушли быстрее. Поэтому это индивидуально. Но вот лично мне один был лишний, получается. Можно было воспользоваться одним. Брала вот такую штуку от Aven. Ее тут вот, ну вот так, может быть, на донышке осталось. Вы знаете, с огромным удовольствием вместо дневного крема, вместо ночного крема, все трое поливали лицо. Настолько приятно. Мне мои мужчины сразу подставляли оба лица, когда я себе, например, опрыскивала. То есть всем понравилось. Это супер и классное средство. Забывала и пренебрегала вот этим средством Азря. Это от солнца, защита для волос. Поэтому почти полное визу. Могла бы закончить и правильно бы сделала. Не надо им пренебрегать было. Я вот была лентяйка. Это Мироместин, спасение было нашего горла. И для... Так, сейчас вот так покажу. Вот этим я не пользовалась. Это потому что мое солнышко заменило и спасало. Так что вот это останется у меня тоже на следующий год. Два средства для загара. Это молочко его осталось вот так примерно. Можно было и добить, конечно. Но вот были моменты, когда было лень поливать себя молочком. И масло. Вот масло тоже осталось на раз, на два, наверное. Масло использовала только последнюю неделю, уже когда был хороший на руках и ногах загар, тогда использовала. Его расход идет большой, много уходит за раз. Может быть, вот вся вот эта бутылка на 5-6 раз даст, ну, была бы вот на все тело одному человеку. И это масло мне очень помогло дозагореть, особенно ножки. Мне вот оно понравилось. Его категорически нельзя на белое тело, только уже на загар. Вот. То есть вот эти вот два средства по чуть-чуть осталось. Можно их оставить, было и в пустых баночках уже. Но я, скорее всего, их сегодня выкину, потому что, ну, смысл вести по чуть-чуть никакого. То есть эти два средства вот я, наверное, тоже отнесу к пустым баночкам. На следующий год, когда надо будет, я куплю свежие новые. Так, и... Наверное, в ванной покажу по-быстрому тоже, что там. Сейчас. Простите, что я так перебегаю, но это запрос был. Девочки очень просили показать. Показываю. Так, вот оно, средство, которое для тела было кремом. Спасибо Настюше Гимельштейн. Она мне его прислала. Тут еще вот так примерно. Вот этим и... от опрелости каких-то, если были такие проблемы. И загар мы смазывали. И когда сухая у меня кожа, руки, ноги, после души я использовала его тоже. Еще продолжу дома, потому что пока кожа немножко подсушенная. Так, вот он шампунь. Этот повезу домой, потому что полбутылочки еще мы его доиспользуем. Это неплохой шампунь, его больше полюбили мои мужчины. И вот она, сыворотка, которая меня просто выручала с волосами. Хорошая сыворотка, она была очень необходима. Это вот мыло, сколько осталось. Стирка. Стирала все хозяйственным мылом на руках, только потому, что у нас проблема, тут одна машинка на все комнаты, веревок мало, поэтому я стирала по одной вещи. Высохла и вешаю. Поэтому порошок стиральный у меня там маленькие пакетики с собой обратно повезу. А вот мыло хозяйственное, ну вот выкину отмылок, конечно, но оно меня выручило. Ну и вот паста Сплат. Тут вот это средство для водостойкого макияжа очень классное от Mary Kay. Эту мицеллярку я брала в поезд, и когда не водостойкий макияж, тоже умывалась. Этот дезодорант неплохой, но в жару он меня подводил. То есть вот на жару, на солнце, это, конечно, для меня оказалось не сильной защитой, и в следующий раз не возьму такое уже. Вот. Ну, наверное, пока все. Тут небольшие кремы, но о них я буду говорить, когда они закончатся. Ну, дальше встретимся уже у меня дома. Я покажу сейчас, вставлю кусочек то, что закончилось дома.